Его заметили на государственном уровне. Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Заслуженный врач России» заведующему терапевтическим отделением Суджанской центральной районной больницы. Моя коллега Юлия Абрамова уже успела поздравить доктора с высокой наградой. Что вас сейчас беспокоит? Да вот, теща пришла, меня давление страшенное поднялось. В терапевтическом отделении Суджанской ЦРБ 50 мест. Свободными они бывают редко. Вот уже 30 лет возглавляет это отделение талантливый терапевт Алексей Кочупал. Пациента знает поименно, а здоровье каждого переживает как о своем. Приходишь домой, бывает, ночь спишь и все равно думаешь, а что я так сделал, что не так сделал, а что надо было сделать. Родился Алексей Васильевич в соседней Сумской области. Там закончил медицинское училище, затем армия. Высшее образование получал уже в Курске. По распределению сразу попал в Суджанский район. Несколько лет работал сельским врачом, потом перевели в ЦРБ. Всю свою сознательную жизнь я прожил здесь. Здесь у меня дети родились. Здесь я живу. Многие пациенты лежат здесь по несколько раз в год. Суджанская ЦРБ становится практически вторым домом. А потому задача заведующего отделением не просто обеспечить медицинскую помощь, но и создать соответствующую атмосферу, сплотить коллектив. Алексею Васильевичу это удается. В его подчинении 30 человек. Все профессионалы своего дела. Очень хороший доктор, отличный организатор. И он грамотный, умный, квалифицированный и добрый человек. Я считаю, что такой доктор, он подобрал себе таких же сотрудников, как и он сам, потому что здесь все квалифицированные, и медсестры, и нянечки, очень вежливые, культурные, никогда не нагрубят. Высокая профессиональная оценка и от руководства больницы. За время своей работы, в общем-то, он заслуженно получал достойные награды. У него есть благодарность и почетная грамота министра здравоохранения Российской Федерации. Значит, он является, имеет звание почетный врач Курской области, работник здравоохранения Курской области. Алексей Кочупал уверен, он правильно выбрал профессию, нашел свое место в жизни. Если бы даже вот время повернуть вспять, я бы, конечно, все равно был уверен этой профессии. Юлия Абрамова, Андрей Дегтярев, телеканал «7».